Всем привет! С вами я, Спанч Боб. И что вы думаете? Мы продолжаем играть в Skyrim. Да, сейчас все сохранится, и это будет плохо. Пока играю, у меня закачивается первое. Ты можешь двигать. Я пока пишу это видео, у меня качается первое. Это мне надо видео создать, 20 минут. Но я ничего не обещаю. Забирай все ценное и бежим. Дракон сжигает все дотла. Мне нужно собрать еще зелье. Я забыла вам сказать. Ищи какие-нибудь зелья, они нам пригодятся. Кстати, вот эти вещи хватайте, я вот знаю. Что можно надо взять и сделать хватайте на твоем врагу. Просто прошла одна минута, я точно знаю. Вот точно, я знаю, я смотрел. Ну как бы ты чуть-чуть поиграла, совсем чуточку. Я знаю, что вот эти вещи хватайте. Возьмем. Я как бы уже все забыл. Только из-за этого вспомнил. Из-за того, что произошло. Так. Ага, тут есть карта, но пока она не нужна, поскольку мы сидим в какой-то заперти. Ладно. Все. Готово. Кстати, мы двойники с ним, если честно. Какие-то. Тролья круг. Это комната пыток. Да, я тоже не сорвал. О, маг. О. Не могу стараться из-за этого. Привет, Лев. Почему я так быстро делаю фатайки? У меня что, есть какой-то навык, что ли? Нет, после того, как появился дракон, я его больше не видела. Погоди-ка. Сейчас, подождите. Так. О, блин, не позвони. Ах, я ж не могу выйти в тебя таким образом. Ах, потом извини, блин, вот там у тебя отвечу. О, какое большое. Вы бы прочитали на балде. В этой клетке вроде что-то есть. Закрыто. Смотри, не сможешь ли открыть отмычкой? Золото нам понадобится, когда выберемся. Хватай все, что может пригодиться, и пошли. Я надеюсь, ему ответил сейчас, потому что... О, все, минута пока что прошла. Ладно, что ж. Так, подождите. Хочу на стамак. Ничего такого. Так. Ух ты. Так, подождите. Так. Во, открыли. Очень трудно. Еще какой-то, кажется, прошу, да ему 4 минуты. Где? О, заклинание искры. Золото. Берем. Ну, тоже возьмем, может, потом подадим. Подождите. Не-не-не-не. Хочу это взять. Магия. Разрушение. Пламя. Лечение. Боевой крич. Противоположный ход. А что это будет за искры? Ну ладно. Он как бы изучил, то есть не знаю, как это делать. Не, какие сейчас тут навыки. О, книги. Вот. Кстати, ладно. Мы возьмем эту книгу. Так, куда нам надо идти? Сюда. Прошло еще 4 пока что минуты, по-моему, таймер. Пока у меня появилось 20 минут.
Ну что, давай, пошли. Мне кажется, путь наружу где-то неподалеку. А что я должен тебе сделать? Сюда войти? Не, я сюда не буду войти. Что я должен сделать? Ах, мой таймер. Что же я должен сделать? Ну, я тут все сделал. Идем, все. Как убрать забыл? Вот так. Все, пошли. 5 минут прошло у меня на таймере. Может, на видео будет больше, но я читаю по своему таймеру, все нормально. Пока что мне всего лишь прошло 5 минут. Давай, иди! Ладно, я буду загнивать, чтобы он смог нормально проходить. Кажется, у меня 5 минут на таймере. Все, у меня уже 6. 6 минут прошло из 20. Идем. Был приказ дождаться генерала Тулии. Я не хочу, чтобы дракон меня сожрал! Отходите! Бери, бери! Нет, не бери! Я думаю, что сделаю фатайки. Они на юге, они сдавал, блин, я спасу! Минус 3, сейчас будешь минус еще один. Да прости, я случайно. Кажется, если сделать сильно такой огромный удар, то можете это втайте, просто не знаю. Скажите мне, Павел, как делать это втайте? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ах ты, блин. Хватит! Я сдаюсь! О, блин. Классный удар. Пойдем вперед. Проверим, все ли чисто. Идем. Ой, друг. 7 минут прошло. Говорю сразу вам. Посмотрим, куда ведет этот ход. Назад теперь не пройти. Если же заказывается таймер, просто у меня планшет подключается, и то есть имеет экран, я должен был всем нажимать. На эту. Давай! Думаю, лучше попробовать тут. Да, иди сюда. Так, мне 8 минут прошло, я правильно говорю. Так. Мимо. Ниндзя. Ниндзя. Моя усталость. Как же это мило. Я устал. Когда я пытаюсь сюда? Это тогда, когда они делают удар. Ненавижу этих тварей. У них слишком много глаз, понимаешь? Ребят, ну пожалуйста, ну расскажите мне, как это делать. Вот все-таки. Сказал крыса. Обыщу их. Уважение, 9 минут прошло. У нас еще есть время. Немало. Ладно, а тем столько лет, все, тебе можно идти дальше. Не хочу слишком переутрепляться. Вес, где ты ему мало весит. Так, куда мы должны пойти? Спирал вообще. Спирал. Куда он ушел? Что делать? И он. Пойдем сюда. Подожди. Что у нас тут? Зря бы, мне кажется, потратил. Поэтому возьму сюжетно голову, вдруг погодит. Стоп, что это было? Сейчас приду. О, паучье яйцо. Если не вылупит, у меня в руках. 10 минут прошу, мои дорогие друзья. 10 минут. Осталось еще 10.
Что я посмотрю, видео может быть даже будет 30 историй, но что я посмотрю таймер, у меня прошло 10 минут. Это точка. Скажите, никак не хватает. Нормально. Ноги она бежит, что это будет случайно, но... Постой! Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Давай попробуем. Просто не весело, ну вот давай подумаем. Если мы лежим, нам не будет никакой пользы, просто убежим. А если мы сразим, что у нас будет и мясо, и всякое такое. Так что я выбираю его убить. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Да не, давай так. Попал. Точно. И все. И пробую. И ногу пробую. Сейчас поменяю. Знаете что? Ну, топор. Может, знаете, вот это вызванное. Смотрите. Здесь еще кое-что предметное. Оружие. Это тоже вызванное. Так, все. Я готов. Пойдем возьмем медведь мясо. Ууу, какой большой медведь. Ох, я же крадусь, я забыл. 11 минут, ребята, прошло. У нас еще есть время немало. Не очень-то и мало. Прошло 11. Наверное, у нас уже прошло за 20, реально. Но у меня прошло 12 таймеров. Я высадил строго по таймеру. Здесь таймер нормальный показывает. Похоже, это выход. Я знал, что мы увидимся. Вау! Скайрим. Мне кажется, сейчас было прикольно закончить для всякой, не знаю, для какой-то интриги, но нет. Прямо мне еще не мало. Так что это будет глупо заканчивать. Так что продолжаем. Да, сегодня. Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. 15 минут. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуде. Дальше, по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Я хочу с тобой пойти. Подожди, я с тобой пойду. Было глупо разделяться, мой друг. Так что я всегда буду с тобой, мой друг. Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все увидели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфри. Хорошо, я буду за вас. Я присоединюсь к вам. Как тут выбирать задание? Да, ясно. Но... Так, сейчас мы присоединимся к братьям. Будем присоединяться к... Ну, это потом уже, когда перейдем. Туда. Аж 14 минут пока. Так, это такое. Наверное, уже в следующей серии мы присоединимся к братьям Будем. Видишь, вон те развалины. Это ветреный пик. Никогда не мог понять, как сестра живет в таком месте. Наверное, ко всему человек привыкает.
Прошло 15 минут, ребята. Время еще есть. И, ребята, по поводу голоса, у меня голос на самом деле другой совсем. Совсем другой. Это камни хранить. 3 из 12 очень... древних стоящих... Вы сейчас слышите очень маленький голос, как будто это пискалы. Ребят, это микрофон. Не, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. Знак воина, знак мага, знак вора. Ну я воровать не буду, я не ворюга никакой там. Маг, я не люблю быть магом, ну, в каждой игре, это понятно. Воин ты мой! Воин, это хорошо. Твои звезды проведут тебя по пути чести и славы. Вот эти. Уже прошло 16 минут, ребят, уже скоро ты включаемся, через 4, кажется. Да, через 4. Ну-ка, мы отключаемся. Наша передача Skyrim. Да шучу! Я так, конечно, правильно учиться, что нужно... Не забудь, на этих землях братья бури власти не имеют. Если вести из Хелгена сюда еще не дошли, нас никто не тронет. Только глупостей не надо делать. Если вдруг наткнемся на имперцев, говорить... Что, какая у нас сложность? Стройки. Помощь. Управление, стройки, вот экран, нет. Стоп. Статистика. Ладно, я не знаю, так не знаю, что поделать. Я идет. Нас прошло 15 минут. Уже скоро, ребята, скоро. Наверное, уже смонтировалось это видео, вы что не тупо, наверное, уже увидите и смотрите пока это видео. О-о-о-о-о! Какой-то пропор взял. Блин, он клевый. Раз, 15 минут, ребятки. О-о-о! Не надо так делать. Да извини, я хотел помочь. Ладно, возьму тогда шкуру. Почему бы и новый? Да? Уже скоро. Осталось на много 3 минуты. Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Ривервуда. Что будет, если не пошел за имперцев? Надо было бы сразу забрать против братьев Бури. Ну что, иди. Ты время не трать. Осталось хоть 2 минуты до конца. Если видео будет точно 20 минут, то если нам будет 30 минут, это будет очень плохо. Все пошли в серии. А, ладно, не буду, я буду говорить. Потребуйся, я все-таки хочу нас тут что-то схватать, чтобы... Похоже, никто не знает, что произошло. Пошли. Ердур сейчас, скорее всего, на Лиссабоне. Дракона! Ну, и не поверит никто. Ну, наверное. Так, а зачем у нас стрела? Здесь, оказывается, какая-то стрела для коня. Гералт. Гералт, да. А, Гералт. Недавно в Ривервуде? Если ищешь работу... Ралов? Откуда ты его знаешь? Правда? Говорили, что Ульфрика схватили? Да, нет, да, да. Прости. Но в такие времена нельзя верить на слово всякому, кто приходит в город и говорит, что дружит с твоим братом. Дракон? Дракон на полный Хелген. И разрушил его. Не может быть. Хотя, теперь понятно, что я видела. Он летел над долиной с юга. Я-то подумала, что мне просто привиделось. Не знаю, но я почему-то тебе верю. У тебя такой вид, будто за тобой вправду гнался дракон. Все идет хуже некуда.
Сперва война, теперь драконы. Ребят, прошу вас, подождите еще минуту. Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Да скорее давай, если время. Ты мне поможешь, я буду закончить. Братишка, Мара милосердная, ты жив и здоров. Я от твоего друга уже знаю про Хелген. Но разве тут для тебя нет? Герду. Имперцы не станут тебя искать? Герду, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. Пока не говорится. Ты прав. Пойдем со мной. Вот. Пойди-ка сюда на минутку. Все, мне нужна твоя помощь. В чем дело, женщина? Ставьте лайки. Свен опять пьяный на работу. Вот, просто подойди сюда. Подписывайтесь на канал и... Ра! Плако! Ребят, я сказал, не было. Не-не-не, я хочу проверить. Всем пока!